Ну вот, товарищи, я думаю, мы попытаемся сформулировать, чем, собственно, какой вклад вот в науку внесли Маркс и Энгельс, и чем их материализм отличается, другими словами, от материализма фейербаховского. Так, ну давайте начнем мы вот с Пантелеева Екатерины как раз. Слушаю вас. Ну, в основе материализма Маркса и Энгельса лежит экономика. В основе материализма лежит экономика. Ну, в основе... Ну, как-то вроде бы и правильно. Ну, как-то не совсем. Как-то в основе материализма лежит экономика. То есть, экономические отношения привели Маркса и Энгельса к материализму. Вот что у вас получилось. Ну, вообще не так. Ну, вот я тоже думаю, что не совсем так. Как-то надо так сформулировать, что он... Они же метод определенный вырабатывают, материалистический, да? Да. Вот о методе должна идти речь. В чем суть метода того? Чем он отличается вот, от фейербаховского материализма? Может быть, пойдем исторически от простейшего? Материализм Фейербаха проще, чем материализм Маркса и Энгельса? Конечно. Ну, а в чем его простота, так сказать? Вы можете охарактеризовать фейербаховский материализм? Тут вот интересно, что, посмотрите, написано «Фейербах», Разильчик, да? Ну, как про Фейербаха там не сильно много написано. Согласитесь. То есть, собственно говоря, речь идет о преодолении фейербаховского материализма на самом деле, а не о том, что он будет излагать. Ну, а как вы понимаете, в чем состоит материализм Фейербаха? То есть, вам проще задача. Да-да. Ну, спешите, пожалуйста. В чем материализм Фейербаха? Ну, вот у нас, так сказать, перед нашим взором немецкая идеология того времени. Так? Она, с одной стороны, от того времени, но вот это деление на различные виды идеализма и материализма, это то, что вот, ну, каждый грамотный философ, а мы с вами философы, то есть каждый человек должен это знать, различать и мочь объяснить. Правильно? Как это говорят, когда изучают язык, читаю, могу объясняться. Так и здесь. Мы должны на таком уровне понимать, какие бывают. Ну, скажем, ну хорошо, давайте еще дальше пойдем. Суть идеализма вы можете объяснить гегелевскую? То есть, если я вот вас буду сильно критиковать... То есть, значит, его философия, ну, как бы, противоречит. Ну, это, понимаете, чисто вот этого слишком мало, потому что если вот я буду... Вот вы будете что-то делать, а вы говорите, так, и это вы не так сделали, и это не так сделали, и вот это лучше бы не так сделать, и то у вас не так, и это не так. А вы будете все время делать, я буду стоять и под руку вам все время говорить, а у вас будет желание это, взять что-нибудь тяжелое и меня стукнуть, правильно? Естественно, у каждого человека, который что-то делает, когда человек ничего положительного сам не делает, а он все время, так сказать, вылезает с вот такой, с отрицанием одним, с отрицательной критикой, неконструктивной. Вы бы сказали, ну сделайте лучше меня, пожалуйста, я буду сидеть и ждать, когда вы сделаете. А если просто сказать, что вот против, он, она отрицанием является. Ну, что она отрицательная, что ли, или это позитивное учение у Фейербаха? Он его как позитивный представил или как отрицательный? Вот, например, есть такое понятие антикоммунизм. Вот антикоммунизм – это созидательное течение или отрицательное? А? Отрицательное. Но нет коммунизма и нет антикоммунистов. Куда они делись? А на чем они могли держаться? То есть, чтобы были если мало коммунистов, то и антикоммунистов мало. То есть нет ничего такого, что составляло бы существо. Вот я в свое время изучал, есть такая книга «Обыкновенный ревизионизм», очень большая, Скоржинской, Валентины Даниловны. Чехословацкий ревизионизм, «Обыкновенный ревизионизм», большая такая книга. И в этой книге
рассматриваются, так сказать, все эти философские основы ревизионизма и так далее. И там ставится вопрос, а в чем основа вот антикоммунизма? И выясняется, что основа антикоммунизма вот не созидательная, как вы правильно сразу сказали, а просто релятивизм, и даже не отрицательный. Я сказать, релятивистская основа антикоммунизма. То есть не надо говорить, что вот коммунизм – правильное учение. Просто может быть коммунизм, может быть антикоммунизм. То есть надо, чтобы правда и ложь были на равных. Вот если я хочу утопить вашу какую-нибудь точку зрения, я скажу, и вы правы, имеете право на существование, и я имею эти право. Я вот доказывал, что 2 × 2 = 4, так? А потом, а вы спрашиваете, вы говорите, 2 × 2 = 7. Я вас спрашиваю, 2 × 2 = 5. Вы скажете, 2 × 2 = 3. А вас спрашиваю, вы говорите, 2 × 2 = 4,37. Я говорю, ну, видите, это у нас что? Как сейчас это называется? Вот, плюрализм мнений. Так вот, этот весь плюрализм мнений является отрицанием знания. А название для этого – релятивизм. То есть все относительно. Ну, вам так кажется, мне так кажется. А потом, а у меня особое мнение – 2 × 2 = 76. Представляете, вы там низко летали, а я вот взлетел выше вас всех и заявил, что 76. То есть релятивизм – основа антикоммунизма. То есть он собой, так сказать, он не представляет какое-то такое стройное учение, которое на чем-то базировалось, выводилось бы и так далее. Можно там соглашаться там с теорией Маркса и Энгельса, а можно не соглашаться. Можно ее изучить и сказать, я ее не приверженец. Так? Вот есть эта концепция, есть такая теория, а я приверженец какой-то другой. Но, скажем, антимарксизм, он просто состоит в том, что дескать, а вот все на равных. Ну так в науке-то не бывает. Потому что истина одна. Истина – это что такое? Скажите, пожалуйста. Так, вот. Крошечка. Валентина. Крошечка. Скажите, что такое истина? Вы за истину? Да. Вы, может, это что-нибудь плохое? Что это такое? Истина – это абсолют какой-то. Абсолют. А знаете, что такое абсолют? Вот я прошу прощения за ту, так сказать, некоторую, так сказать, такую конкретность, может быть, излишнюю. То есть у нас вообще устанавливается такое правило, что давайте будем говорить то, что мы понимаем. Или то, что мы высказываем, это несем ответственность. Я хочу сказать, что у меня такая была история. Я когда пришел на кафедру философии и культурологии ВПК, и вот доклад был там про абсолют как раз, абсолют. Я пошел, а мне вроде как, я все-таки уже профессор был, мне тоже выступать хотелось. А я забыл. Вот вы сейчас, может, я так же забыл. И я забыл, что такое абсолют. Думаю, что такое абсолют? Ну, думаю, ничего, сейчас вот я приду, они скажут, что такое абсолют, тогда я и выступлю. Я вам могу сказать, что такое абсолют? Поскольку у нас, так сказать, и по дружбе, и по долгу службы. Да, запиши, пожалуйста, себя. Вот сейчас, может, пришедший. Вы знаете, что такое абсолют? У нас тут никто возник вопрос, спор. А? Люди, которые изучают культурологию, знают, что такое абсолют на третьем курсе? Как правильно говорить? А или знают, что такое абсолют, или абсолютно не знают, что такое абсолют? Что такое абсолют? Так, товарищи, говорит, ну я, говорит, мы пишем свои фамилии, не нам нас не беспокойте. Я понял. Так, ну а вы не можете сказать, что это такое? Нет. Так вот, абсолют в философии означает ничем не обусловленное. То есть, как бы, абсолютно ничем не обусловленное. Вот представьте себе, я сейчас начну рисовать. Вот некий абсолют. Да. Интересный. Вот абсолют. Вот этим он не обусловлен. Вот этим он не обусловлен. Вот этим. И так далее. И вот этим он не обусловлен, и тоже, и так далее. То есть ничем. Он и это отрицает, обусловленность вот этим. И обусловленность этим он тоже отрицает. И вот этим обусловленность он отрицает. То есть он абсолютно ничем не обусловлен. Что получается? Не совсем понятно. А? Не совсем понятно. Значит, вот я сейчас к вам подойду. И оттолкнусь. Видите, да? Угу. Оттолкнулся. Потом от нее оттолкнусь, от нее, от нее, от нее, от всех оттолкнусь. Это значит, я в
все это отрицаю, какой бы то ни было обусловленность вами. Я совершенно от вас независимый, ничем вами никак не обусловленный. А что получается, что я на самом деле через эти отрицания, к каждому присоединился, и на самом деле абсолютное, это то, что по форме и по названию, и по видимости ничем не обусловленное, на самом деле оно обусловлено отрицанием всего. А что такое отрицание всего? Это своего рода абстрагирование. Правда? Я не этот человек, и не тот человек, я не такой, и не такой, как вы, и не такой, как вы, и не такой, как вы. Но для того, чтобы понять, кто я, значит, надо познакомиться со всеми с вами. Правильно? Ну, потому что это получается некое определение через отрицание. Да. То есть абсолютно необусловленное, или просто абсолютно, на самом деле, абсолютно обусловлено, но отрицаниями своими. И это вот для человека, так сказать, не вполне в философии себя свободно чувствующего, это кажется такой какой-то экзотикой. А с другой стороны, всякая определенность есть отрицание. Что такое? Вот вы, вот скажем, вы пришли в футболке, так? Но это вы или не вы? Футболка. Футболка? Да, это вы или не вы? Футболка – это не я. Вот, то есть вот девушка в футболке, когда я так скажу, это будет ваша определенность. Это же про вас я говорю. Девушка в футболке. Но футболка же не вы. Для того, чтобы вас определить и выделить из всех остальных, я говорю о том, что не вы, а не о вас. То есть ваша определенность. Но это не относится только к людям, это относится вообще ко всему. Вы идете сейчас в буфет после наших занятий, берете чай, сладкий кидаете туда, сахар. Там вот кусочки можно брать и кидать пока, без ограничений. Но что-то никто не кинет, так не кидать много. А могли бы. И вот чай, который вы, сахар, который вы бросаете в этот чай, превращает чай в сладкий чай. Сладкий чай – это определенный чай, правда? Что определенность этого чая? Наличие в нем сахара. А сахар – это чай или не чай? Нет. То есть не чай надо положить в чай, чтобы получился определенный чай. Правильно? То есть определенность есть, это у Гегеля можете прочитать, отрицание. Определенность есть отрицание. Девушка со светлыми волосами. Это что такое? Волосы. То есть светлая или не светлая, это не девушка же, вот волосы, а это определенность. То есть всякая определенность сводится к отрицанию. Вот вам кажется, вот посмотрите на свой лист, какого цвета ваш лист? Посмотрите, скажите мне, вот ваш лист, вот этот, я на него смотрю, какого цвета он? Белого. А вы не видите там вот что-то черненькое? Это же, а вы не согласны, что это отрицание белого? То есть, чтобы вы что-то записали, вам приходится брать то, что отрицает это белое. И превращать белое частично не в небелое, это отрицание белого. Если у вас не будет отрицания этого белого, то вы ничего не записали. Нет ничего определенного. То есть, и здесь определенность есть отрицание. Можно по-другому делать. На темном я рисую чем? Белым. Или темное надо осветлить, или светлое заменить. И есть такая сакраментальная фраза у Гегеля, что в абсолютном свете также ничего не видно, как в абсолютной тьме. То есть если будет вот абсолютно белая страница, тут ничего нет, или абсолютно все, вот вы так густо это все напишете, что уже не только я не прочитаю, и вы уже не сможете прочитать. Все уже, еще продолжайте писать, еще у вас места осталось. Видите, сколько места? Давайте, заполняйте еще. Но если будет чисто белый лист, мы же можем сказать, что он белый. Что означает белый? Что в нем ничего нет. То есть опять отрицание. Что нет никак, ничего нету в нем. Ничего. А это отрицание. Вот это он есть, а что в нем есть? Он белый, только такой, в котором нету ничего. Не исписанный. А? Чистый лист, говорят. А чистый – это что такое? Очищенный от всякого содержания. Чистый – это чистое отрицание. Вот говорят, наивный человек. Наивный – это вот, у него еще ничего нету в голове, он еще ничего не знает, не понял. Младенец он, вот он какой хорошенький, но что у него есть? Чем он характеризуется? А тем, что у него еще ничего нет в голове. То есть не только
ничего нет плохого, ну и хорошего еще пока нет. А потенциально вот он может, так сказать, вырасти в такого человека и так далее. То есть, если у Спиноза есть такое вот выражение «всякая определенность есть отрицание», «всякое определение есть отрицание», «детерминация есть негация», это определение. А вот Гегель внес еще понятие, определение у него потом позже и сложнее. Это такое качество ваше, которое в изменениях сохраняется. Вы можете одеть и не эту футболку, платье можете одеть, кофточку можете одеть, пальто можете надеть. От этого ваше определение от этого не поменяется. Вот такое качество ваше, которое не изменяется при всяких изменениях, называется определением. Это уже более сложно. То есть я должен вырвать какую-то вашу определенность и превратить ее. Это да, как только я вырву, специально выделю, это будет качество ваше. У вас есть определенное качество. Доброта, к примеру. Но если это ваша доброта, сегодня у вас много денег, вы мне рубль дали, завтра у вас мало денег, вы мне не дали ничего. То есть вы добрый только тогда, когда у вас много. Или наоборот, бывает. Добрый человек, у него мало, он дает. Стало только у него много денег, он уже не дает. То есть доброта была связана, что у него все равно мало, думает. Отдам и то, что есть. А как только у него что-то немножко разбогателось, стал скупердяй. То есть, если это качество не сохраняется в изменениях, это не определение человека. А что является определением человека вообще, любого, как человека? Кто скажет? Сейчас мы узнаем. Вот культурологи знают они, что является определением человека. Интересно узнать. Так. Товарищ Краснова. Человека видели когда-нибудь? Вот что является его определением? А? Я хочу узнать, а человек или рыба? Вот мне интересно знать. Человек. Человек. А как вы узнали-то? Ну, это комплекс. Человек – это комплекс. Комплекс. Что, неполноценность у меня уже есть? Определенных качеств. А? Но он состоит, это комплекс определенных качеств. Нельзя сказать, что он, там, не знаю, только существо с руками и ногами, потому что если у человека нет... Что-то вы меня так неправильно так излагаете. Вот комплекс определенных качеств. Определенное – это ведь когда сказано определенное, это на самом деле не определенное. Правда? Это чтобы заменить вот указание на то, в чем определенный человек. Ну, есть у меня определенные мысли в отношении определенных ваших действий. Что я сказал? А ничего не сказал. Но я показал, что я могу поговорить. А? В школе говорили, что человек – это биосоциальное существо. Био? Да. Ну. Биосоциальные? Да. А химические процессы у вас в организме идут после завтрака? Да. Тогда вы химия, био... Нет, ну, мы как биологическое существо, но также мы, в отличие от животных, ведем, ну, как, социальные... Не, ну, химическое у вас тоже есть движение, химизм, ну, есть? Это химическое, так это биология. А к социальной форме не относится биология? Если я скажу, что вы человек, это не значит, что вы животные? Что я подумаю, что вы растение, что ли, если я скажу, что вы человек. Ну, еще бы не хватало, чтобы человек не был животным. Что, я вырвал из того, что у вас химия, а вы рукой вот сейчас взяли, так и сделали. Это не механику? Может быть, вы механику, химику, физику, энцефалограмму вы можете сдать? Наверное, идут там у вас электрические сигналы в мозгу, как вы думаете? Конечно. Значит, вы физику, химику, механику, био, социальное существо. Или вы правильно это мысли сказали, что вот био включает все остальные более низкие, а социо не включает в себя, что ли? Социо, общество, человек не включает в себя понятие человека, то, что он животное. Скажу, это на отдельно еще нужно говорить, что вы био. Получается, что это определение бессмысленно? Это не определение вообще. Это вообще не определение. Это высказывание, суждение. Знаете, у нас на первом курсе первое занятие по введению в культурологию у германистов началось с вопроса, а что вообще есть такое человек? Но. И вот сейчас мы находимся на третьем курсе, и ответа на этот вопрос мы не получили. Нет, это неправильно. Вот сейчас вы находитесь на третьем курсе, и дальше я вас уже не пропускаю с тем, чтобы вы не знали, что такое человек. Сейчас мы должны это выяснить, потому что уже неприлично становится на третьем курсе не отвечать на этот вопрос, правильно?
Вот, скажем, ну мы же с вами, мы с вами вначале говорили, что мы здесь философы все. В институте философии работаем. Поэтому у нас не должно быть такого, как мы не опирались на вот те завоевания культурные, а философия – это мощное культурное завоевание, и которые знания о всеобщем. Да? Уж, по крайней мере, что такое человек, философия. А как определяет Гегель человека? Он сначала приводит пример определенности человека, которая, вот если вы ее возьмете, она совершенно точно выделяет человека из всех остальных животных. Например, наличие мочки на ушах, обратите внимание, показываю, но вы сами знаете. Так, это отличает человека от любого животного. Нет таких животных ни у коровы, ни у обезьяны, ни у кошки, нет мочек на ушах. То ли, так сказать, предки, в основном, я думаю, женщины оттягивали эту мочку своими украшениями, но факт остается фактом, что нету другого такого животного, который... Можно так тогда сказать, что человек – это животное, у которого есть мочка на ушах. Это будет определение или определенность человека? Ну, мочка – это же не человек, мочка – не человек, но это определенность человека, у него есть мочка на ушах. То есть мы должны с вами не путать определенность человека и определение человека. То вот определение человека тем самым не дано. А определением, говорит Гегель, человек есть мыслящий разум. Вот у Гегеля такое определение. Оно красивее звучит, чем биосоциальное существо, химика, там, механику, физику. Ну, красивое же определение. Мыслящее существо. Вот если я вас скажу, что вы мыслящее существо, а не просто, что вот у вас вот ручка в правой руке. Ручка – это же не вы, это ваша определенность, правильно? Ну, я, если скажу, что вы мыслящее существо, я же вас не обижу тем самым, правда? Наоборот, так сказать, вот. Третий курс, все мыслящие люди собрались. Раз, два, три, четыре, пять, шесть мыслящих существ. Студентов третьего курса. Красота. И я надеюсь, меня тоже причислят к этому самому, к этой же самой когорте мыслящих существ. Так. Но развитие пошло дальше. И вот если мы примем во внимание работы Энгельса по этому вопросу, там, роль труда в процессе превращения обезьяны в человека, он сформулировал уже определение человека в более развернутой форме, не отрицая то, что сделал Гегель. Так и делается в культуре. Культура ведь накапливает знания, правда? И в культуре они оседают и упрочиваются, уплотняются. И, скажем, богатство культуры, которое создавались столетиями или тысячелетиями, их можно изучить в течение, так сказать, вузовского времени. Так вот, в человеке существо А – общественное, то есть социальное. Это не новость для вас, да? Социальное – раз. Животное – общественное. Б. В человеке есть животное – общественное. Трудящиеся, говорящие и разумные. Вот это человек. Причем общественных животных вы найдете, кроме человека. Вот, например, муравьи, пчелы – это животные общественные, правда? Они не могут жить в одиночку, так сказать. Они живут только вот таким вот. Такой колонией обязательно. Человек есть животные общественные, трудящиеся, говорящие и разумные. А разумное включает в себя все в целом вместе. То есть оно еще осознает все свои действия. И разговор у него тоже разумный. И трудится он с поставленными целями, а не просто так. Это тоже без разума этого труда тоже не получается. Но движение здесь вот такое идет, сюда и историческое такое. Движение замечается, что это вот для того, чтобы появились люди, они должны, это они появились из каких-то общественных животных. Потом это связано с прямохождением, и что они стали с помощью палки или чего-то другого пытаться себе добывать пищу, то есть стали трудящимися. А в труд, если он совместный, потребовал развития сигналов, то есть разговоров, говорящий. Ну и а в целом это способствовало развитию разума. То есть превращение человека в такое животное, которое осознает себя и не только мир, но и себя в этом мире. Ну, хорошее определение. То есть если кто скажет, что мы тебе не знаем, что такое человек, это неправильно. Что вот мы на третьем курсе не знаем. Мы на третьем курсе наконец узнали, что такое человек.
И мы к этому шли 3 года и пришли. И тот, кто скажет, что занятия вот по курсу Маркс, Энгельс, немецкая идеология ничего не дали, тот ошибается и клевету, так сказать, относит. Так, ну вот с этим понятно, да? Так, ну вот я просил охарактеризовать предшествующую философию. Вот идеалистическую философию взяли как более простую. Она же более простая, чем философия Маркса и Энгельса, правда? Угу. Давайте, можно еще из всей идеалистической философии взять философию субъективную. Вот кто хочет взять и сказать, что такое субъективное? То есть выхватить самое простое, взять, пусть другие потом мучаются со сложными. Не хотят, никто не хочет схватить самую простую философию. Субъективизм. В чем суть субъективной философии? Так, товарищ Краснова, я спрашивал, так? Так, 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 вот как-то вот я тут не прочитать. Поздно. Познахирка. Познахирка? Да. От слова знахарство, да? Познахирка. Нет? Да. Александра, пожалуйста. Вот как вы себе понимаете, в чем суть субъективной философии? Вот если я субъективный философ, в чем суть моей позиции? Ну, это отрицание существующей реальности. Опять я только отрицаю все. Ну, что-то я утверждаю же. И это правильно, то, что я отрицаю существующую реальность. Потому что я даже мне этот вопрос, как вы сформулировали, он мне кажется даже странным. Почему я должен ее отрицать? Ее нет, чего ее отрицать? Если я субъективный идеалист, так ее нету. А раз нету, чего вы мне ее приписываете, мне, что я ее отрицаю? Да я просто утверждаю, что ее нет, и все. Нечего ей отрицать. Ну, если нет объективной реальности, почему я должен ее отрицать? Чего вы мне такую работу даете, чтобы я еще отрицал? А позитивно-то как это выражается? А фихт это субъективный идеалист? А? Субъективная философия. В чем состоит? Субъективный идеализм. Что мы оцениваем реальность, исходя из... Какую еще реальность? Да ладно, какая реальность? О чем вы говорите? Исходя из себя. А? Так исходя из себя, почему я должен... Какая еще реальность? Нет никакой реальности. Чего вы взяли-то? Чего вы... То есть я вам самую простую задачу дал, сразу ее усложнили. Вы начитались этих материалистических книг, и после этого вот это все сбили себе всю картину мира. То есть наслушались Маркса, Энгельса там. Чего там, все у вас в голове? Нет ничего, никакой реальности. Привыкните это из головы. Есть кто? Я. Вот. И еще кто? Никого больше нет. Я есть. И вас нету. Почему вас нету? Потому что вы это вот, все же проходит от вас, все сигналы идут через мои органы чувств, да? Угу. Это вам кажется, что есть вы? Или мне кажется, что есть вы? А раз у меня вот есть мои органы чувств, они дают мне какие-то сигналы. Вот ничего больше и нет. Не надо это вот что там за рамками моих органов чувств. Ничего этого нет, есть только я, и я, и комплекс моих ощущений. Вот в этом и есть вся философская позиция. Вы можете ее опровергнуть? Вот сейчас вы будете меня опровергать, да? Да мне не важно, что вы говорите, это вот я вот в моих ушах вот это вот звенит, да и все. А вас никакой нет, и вас, кстати, нет, да и вас тоже нет, хоть вы на первом ряду. Это мне кажется, что на первом ряду вот сидит такой человек. Это субъективный идеализм. Называется он еще по-другому. Солипсизм. А? Я вам говорил, солипсизм. Ну, он простой. Еще, я вам дал простое, а вы как-то начали реальность какую-то там. Нет никакой реальности. Я есть, больше никого нет. Вы можете меня опровергнуть? Да, но все. Какие но? И вас нету. Какие но? Я есть. Никаких но. Это не предполагает никаких вот но и обсуждений. Какие обсуждения, когда это все органы чувств? Все, что вы наговорите, это вот у меня вот просто в голове, в ушах, в мозгу. А вы сейчас тоже у меня в ушах. А? Вы сейчас тоже у меня в ушах. Значит, вы солипсист. Но это вам кажется. Я-то вот на вас смотрю, я-то знаю, что есть только я. Это вы думаете, что есть только вы, если вы солипсисты. А я думаю, что есть только я. И у вас может быть солипсистская позиция. И вот тогда вот два солипсиста, они не могут договориться, им не о чем договариваться. Что это? Да смешно даже спорить. Чего я буду с вами спорить? Да говорите, что хотите.
И вы мне можете сказать, да вы тоже преподавайте, что хотите. Мне кстати, какое мне дело до этого, что вы там преподаете. Ну, преподавайте на здоровье. Это шум у меня в ушах от вас только и всего. Сели тут за стол и шумите. Уже семьи, первый час прошумели, второй начинается, куда годится. Так, понятно. А вот теперь, ну это субъективный идеализм. Думаете, этого нет? Вот недавно на кафедре у нас обсуждал, аспирант один приходит и говорит, у меня работа. Я изучаю события в медиапространстве. Хорошо. А события, значит, оно есть когда? Тогда есть хоть один человек, когда оно осмысленно. Я его спрашиваю, так а что, у тебя оно неосмысленного нету? Он говорит, нет. Я говорю, сколько у человека должно осмыслить это событие, чтобы оно было? Ну, он говорит, хотя бы один. Значит, если один не никто не осмыслил, нет события. Это какой идеализм? То есть события нету, если я его не осмыслил. Значит, где оно у меня? Вот оно, вот субъективный идеализм. Или по-другому он сейчас выражается. Что вот это есть, если оно наделено смыслом. А кто наделяет? Я? Вы? Кто? Кто-то наделяет, да? Ну, это я, мы, это не скромно будет. Наделяет смыслом, значит, смыслом наделяет, как бы сейчас сказали. Сейчас вот не сказать Бог наделяет тоже неприлично. Скажем, ну, Бог трансцендентное. Согласны со мной? Трансцендентное наделило эту ручку, вот можете писать. И вот раз оно наделено, оно и есть. Правда, если я спрошу, хорошо, значит, оно есть, когда оно наделено. А если не наделено, то ее и нету. А раз ее и нету, то нечего и наделять смыслом. И все улетело. Бессмыслица получается. Нечего наделять, раз оно есть, только когда оно наделено, а пока не наделено, его нет, значит ничего нет. Ну раз ничего нет, нечего и наделять. Поэтому этот, так сказать, вроде так философствующий субъективный идеализм, он сворачивается в обыкновенный солипсизм. И сводится к нему. Поэтому тут надо четко понимать, что либо вы на этой точке зрения стоите последовательно, если я уж стою на этом, то вас нету. И нечего-то, и этого нечего наделять, это там у вас, что там у вас, чехол? Нет никакого чехла. Потому что я его не смыслом не наделил. А если наделил, оно есть у меня вот здесь в голове. А нет, там ничего нет. И стол у меня в голове, и вы у меня в голове, все у меня в голове, больше ничего нет. Вот это солипсизм. Все, с ним понятно, с солипсизмом? Понятно. Кто хочет, так сказать, более глубоко познакомиться, возьмите у Ленина материализм «Империокритицизм». И там прекрасно это вот написано, как это у епископа Беркли. Очень хорошо изложено, понятно и просто, и однозначно. Так, а объективный идеализм в чем состоит? Так, ну вот он. Крошечкина Валентина. Это кто? Вы. В чем объективный идеализм? Вот представьте, что вы объективный идеалистка. Так, давайте вашу позицию. Можете встать на позицию объективного идеализма временно? Или это для вас тяжело, или вы такой закоренелый материалист? Так, ну хорошо. Не хотите быть объективным идеалистом. А Гегель вот. Так, ваша фамилия? Шальнова. Ага. Ксения, да? Так. Ну понятно. Культура Германии, прямо там по Гегелю. Так. Какой-то или просто? Абсолютная идея. Почему какой-то? Что, у вас их тысяча этих идей? Это одна, единственная идея, высокая, великая, а вы ее там как-то так, это какая-то идея, там, подобрали на дороге. Нет, уж вы должны свою философию поднимать выше, уважать, правда, если вы объективный идеалист. Есть абсолютная идея. Которая возвышается над единичной. Подожди. То есть надо мной. Неправильно. Ничего, ничем она не разрушается, только она и есть. Больше ничего нету. Ну да. Нету ничего. Есть нету масс, нету вас тоже. Есть только идея. Эта идея сейчас воплощена во всех нас и в вас. Ну да, но нет у вас, есть идея в вашем, вот она в форме вас. Да. А вас нету. Да.
и меня нету. А есть идея в такой форме. Видите разницу? Да. Не просто она, вот есть идея, возвышается над тем, что есть рядом. Это какая-то каша. Это материалисты, это набросали эти всякие куски людей, а там есть возвышающаяся идея. Нет, вот все, все есть воплощение этой абсолютной идеи. Все, все мы здесь реализация, и стол реализация идеи, и авторучка ваша, которую вы пишете, тоже реализация идеи. Но она сначала выступает как чистая идея, абсолютная идея, ничего нету кроме нее, а потом она начинает создавать, ну как Бог создавал весь мир, так абсолютная идея все создает. И она создает, по сути дела, материю. Угу. Что первично тут, в идеализме? Материя или идея? Идея. Идея. Вот идея создала все это. Это она, только воплощенная идея. Вот эта идея создает материю. То есть материя – это не суть нечто самостоятельное, а это совсем не самостоятельное, это такая форма идеи. И вот эта материя начинает дальше развиваться. Так? Вот она развивается, развивается, и доразвивалась, да, такой материи, которая обладает сознанием. Дух. Как вы говорите, дух человеческий, да? Человек. И вот этот человек начинает эту материю познавать. А материя-то она воплощенная идея, и тем самым он познает что? Идею. И идея тогда приходит сама к себе. И все. Красота. Вот. Это абсолютная, это гегелевская система абсолютного идеализма. Как вы ее опровергнете? Попробуйте опровергнуть. Что вы тут будете говорить? Вы кто такая, чтобы говорить? Я воплощение абсолютной идеи, вы воплощение абсолютной идеи. Как вы это опровергнете? Никак вы это не опровергнете. Поэтому никто вот чисто вот логически его, ну как у солипсиста вы не опровергнете, что вы мне будете опровергать, вас нет. А тут, наоборот, вы есть, но вы есть воплощение идеи, поэтому как вы можете опровергать? Да мы с вами, в общем, как говорится, не одной крови, а одной, так сказать, одной идеи. Идея одна, а мы разные. Это разные ипостаси одной идеи. Ну как вот там, в религии Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух. Это три ипостаси одного. Ну вот, хорошо, это теперь, значит, вот все было так красиво, хорошо. Потом раз, и товарищ Фейербах вышел со своей философией. С книгой «Сущность христианства» и обрисовал, что ну, сказать, абсолютный идеализм – это очищенная религия, потому что в религии есть какой-нибудь Бог. Так? А здесь, так сказать, этот Бог доведен до… Он также создает, эта идея все создает, мир также, только не говорится, что Бог, а идея все создает. А в неочищенном виде это в религии выступает, как фантастический образ, так сказать, существующего мира, как то, что на Земле. Вот Фейербах представил это. Понимание религию как перенесение земной жизни, так сказать, в какое-то фантастическое пространство, фантастические сферы, как будто бы есть особая, сказать, вот такая фантастическая жизнь, религиозная, святая, а земная жизнь – воплощением просто этой вот небесной жизни. Вот вы временно тут на этой земле. Если вы сейчас мне что-то вот не сдали, не ответили, это плевать на это дело. Потому что вы будете жить в раю и будете вспоминать это с усмешкой потом. И будете жить вечно. А это там, у нас сейчас закончится семинар, и все, мелочь такая. Да не должно нам портить настроение. Правда? Ну, как хорошо. То есть хорошая тоже очень, считаю, позиция. Да. Правда? Вот. Если у вас что-то не получается, ничего там будет. Если чем больше вы мучитесь, и там больше... Место будет лучше в раю. Мне за то, что я вас спрашивал, значит, меня отставят, а вас за то, что вы отвечали, и что вы мучились, что вы мучаетесь, что вот не ответили, так сказать, вам сразу хорошее положение. Скажите, я вот, он мне такой-сякой измывался, преподаватель, вот, пожалуйста, мне дайте там жизнь вечную и счастливую. И будет она жизнь вечная и счастливая на небе. Единственное, меня вот сюда вот на тоску нагоняет, что вот будешь мимо этих, душа ж будет там на небе, тело-то останется бренное здесь, и вот душа мимо райских яблочек пролетает, а зубов нет, рта нету. И что эти райские яблочки, вот как жалко, что пропадает это, столько яблок. Похрустеть во имя, а нечем хрустеть. То есть как-то вроде и хорошая жизнь, но что-то в ней вот... Вы мыслите, так как мыслит человек, Да. А
А не так, как чистая душа. Вот, вот и, так вы же у нас идеалист, а я-то, конечно, как смертный. Вот вы-то, а вы мыслите очень правильно. Вы должны как чистые мысли вот и придать. То, что и были вы мыть душой здесь, это вы временно хрустели этими яблоками, а вообще-то ваша, так сказать, суть, и вы вернулись к самой себе, вот в развитой форме. Вы прошли все этапы и снова вернулись к себе, и гордитесь этим. Какие яблоки, о чем разговор? Яблоки – это тьфу, вот. Абсолютная идея снова вернулась сама к самому себе. Да, это я очень рад вашему замечанию. Очень хорошее, хорошее замечание. Вы меня вдохновили. Плевать мне на эти яблоки в раю, если я снова вернулся и стал абсолютной идеей. Бросил это бренное тело, эти все эти жизненные проблемы, там, стипендии, сдача экзаменов, зачетов, получение зарплаты, ходить надо туда-сюда. Красота. Так, значит, в чем суть материализма и Фейербаха? Ну, так вот нам. Так, товарищ Крошечкина, можете сказать? Крошечкина? Да, вот сейчас. Вы можете сказать? В чем? А мы уже по, это, по существу сказали. В чем суть? Я уже вам плюс поставил. Осталось вам только под этот плюс, под эту идею подвести ответ. Значит, вот я хочу вам что посоветовать. Вот иногда кажется, что это очень все сложно, а на самом деле это вот непривычка иметь дело с простыми вещами. Потому что вот мы сейчас берем самые простые такие вещи, самое простое деление от философии. В чем состоит материализм Фейербаха? А в том, что есть только материя и все. А все остальное, включая религию и другие, все представления, это все отражение этой самой материи. И все. Понятно, да? Есть только материя, и больше ничего нет. Вот как вот у солипсистов. Есть только я и мои ощущения во мне. И больше ничего нет. А тут есть только материя. Или у Гегеля есть только идея. И больше ничего нет. Все, что вы видите, есть воплощение этой идеи. Вот. А если это материализм, вот Фейербахский, то есть только материя и больше ничего нет. Следовательно, все, что относится к сфере там, мыслям, представлениям, религии и так далее, все это отражение этой материи. Где? В общественном сознании, в головах людей. Это люди просто свою земную жизнь изображают фантастическим образом в виде жизни на небе. Вот в этом, так сказать, позиция Фейербаха. Но это, так сказать, Фейербах же не первый материалист, а был Демокрит. Он тоже был материалист. То есть материалисты были еще и древние греки, правда? То есть были идеалисты, были материалисты. И развитие философии не так шло, что вот материалисты развивали что только позитив, а идеалисты только негатив. Ничего подобного. Каждый ученый что-то вносил, философ. Поэтому не обязательно стоять на вот материалистической позиции, чтобы что-то развить. Вот Гегель развил, и вклад его в развитие диалектики бесценен. А материалисты воспользовались этим. Даже, так сказать, ну, они с удовольствием присвоили, но они усвоили, не присвоили. И мы это не присваиваем, а усваиваем. Мы это воспринимаем, усваиваем. То есть мы делаем как бы своим то, что не мы открыли. И вообще, наверное, культура-то состоит в чем? Вот движение культуры в том, чтобы усвоить то, что создано человечеством, правильно? Впитать. Культурное развитие состоит в том, чтобы впитать накопленный опыт человечества, материальный и духовный. Правильно? Вот если мы это освоили, материальное это там и средства производства, и машины, и оборудование, то, что вот есть у нас на Земле, и что является плодом труда человеческого, а духовное – то, что является продуктом деятельности человеческого сознания. И вот это тоже надо усвоить, освоить. То есть материализм Фейербаха очень прост. Есть только материя, и есть, так сказать, деятельность человека состоит в том, чтобы наблюдать, отражать эту самую материю, отражать. И все. И вот это вот характеризует Маркс как созерцательный фейербаховский материализм. Вот я хочу обратить ваше внимание на конструкцию вот этой работы, которую мы изучаем. С одной стороны, вот здесь под названием Фейербах вообще об этом ничего не говорится. С другой стороны, издатели
имея в виду вот это обстоятельство, сочли уместным, и действительно это уместно, предпослать вот всей этой работе крошечный раз, два, три, 3,5 страницы тезисы «Маркс, тезисы о Фейербахе». Поэтому я попросил вас с целью экономии, в том числе и времени, и с целью упрощения понимания, прочитать вот эти самые тезисы о Фейербахе. Потому что в тезисах о Фейербахе говорится о том, в чем, так сказать, суть фейербаховского материализма, и чем материализм Маркса и Энгельса отличается от фейербаховского материализма. То есть вот есть такие вот, это известное и гениальное произведение тезисы о Фейербахе, которое, как бы оно, конечно, не заменяет эту немецкую идеологию, но оно резюмирует, так сказать, это содержание в чеканных формулировках очень кратко. Очень кратко это. Как кратко, что, короче, уже... Ну, это вот одно дело вот все это вот весь том, так сказать, изучить и обозреть, а другое дело, вот эти 3 страницы, их даже можно запомнить. Просто запомнить. Что такого, такого необозримого тут нету. И это тоже, вот, я думаю, на навык такой культурологический, находить в культуре, различать какие-то некие объемные, грандиозные произведения, которые желательно изучить, там, разобрать, и какое-то резюме этих произведений, которые представляют собой самостоятельную ценность, и которые позволяют вам вот, себя укрепить в смысле того, чтобы получить короткий еще ответ на эти все вопросы, которые я вот вам задаю. Я же вам задаю там не вопросы, это вообще с неба, а всего-то это деление вот на какие виды философии, которые, в общем, каждый философ должен знать. А уж дальше мы, когда мы разделяем эти вот философии на все эти виды, потом мы занимаемся только одним видом, вот этим наиболее прогрессивным, который теперь могут использовать вот этот метод. Любые представители любого философского течения могут использовать, могут не использовать. Это достояние человечества, это дело уже, как говорится, вкуса, правда? Там вы можете заниматься математикой, можете не заниматься. Есть химические там какие-то достижения. Вы можете их использовать, можете не использовать. Достаточно того, что вы какую-то реакцию делаете. Или оно у вас в организме ведет без вашего участия. Вот, так что это очень важно. Значит, тезисы о Фейербахе, просьба с ними ознакомиться и внимательно только продумать их, продумать, почитать. Тезисы о Фейербахе. Вот здесь в третьем томе собрание сочинений, они есть, поэтому если вы будете вот брать по интернету сочинение, третий том, то в них вначале вот это надо прочитать обязательно. Ну и возвращаемся мы к тому, над чем мы бьемся, а в чем тогда позиция, ну, вот. А можно еще вопрос, да. Созерцательного материализма, почему это так важно? А потому что в нем не представлена активная действующая деятельность человека, преобразующая деятельность человека. Что человек не просто отражает мир. Вот вы зачем это все изучаете? Наверное, для того, чтобы потом использовать в своей деятельности, правильно? А если бы, скажем, деятельность человека сводилась бы к тому, чтобы быть вечным студентом, всю жизнь сидеть и вам и только отражать, 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 отражать. Но вы, так сказать, как бы предполагаете, что вы изучаете, а потом будете работать, будете участвовать в преобразовании того мира, в который вы пришли и еще не, там, не разбирались, потом вы все разбирались все больше, более и более обстоятельно. И потом вы превращаетесь в активных действующих лиц этого мира, правильно? Вот. И причем некоторые люди, которые гордятся, что они там что-то знают, вроде меня, к примеру, так это люди уже пожилые, то есть они уже пожили, так сказать, это поколение потихонечку уходит. И, как известно, оно и уйдет. А ваше поколение, которое приходит, то есть, это то поколение, которое должно будет осуществлять в том числе и образовательную деятельность. И если вы культуролог, то вы носитель культуры по специальности, который вот воплощает всю культуру человечества, вобрали в себя, вот вы все вбираете, 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 но вы вбираете, чтобы, так сказать, потом, как скажем, аккумулятор, он же отдает потом электрическую энергию в работу, а вы вбираете в себя это, все культурные достижения с тем, чтобы их, чтобы эту культуру нести людям. Народ темен, а не культурен, а вы светлые и культурные. Поэтому это ваша, так сказать, миссия. Можно сказать, великая миссия культуролога. А в чем тогда еще? Если вы просто что-то будете знать для удовольствия,
то это тут нет вот этого вот созерцательного такого материала. Сейчас я изучу культурологию, вот вы, а я изучу культуру Германии, а она изучит культуру Италии, а третья изучит еврейскую культуру, другие изучат китайскую культуру и будут знать. И что? А для чего? А для того, чтобы это вот, так сказать, передать? И для чего этот опыт человечества? Для того, чтобы на опыте человечества, материальном и духовном, основываясь, двинуть развитие культуры дальше. Правильно? То есть вы не вы, может быть, будете двигать и не вы, а вы будете, так сказать, людям давать то, что позволяет им пойти дальше, двинуться вперед. То есть вот активная преобразующая деятельность человека, вот чем отличается. То есть он не взял этих людей как действующих лиц истории Пейербах. Он не взял их как людей, которые материю-то преобразовывают. Материю преобразовывают, а раз преобразовывают материю, преобразовывают условия своей жизни, а раз преобразовывают условия своей жизни, значит, преобразовывают и самое себя. Вот. Преобразовывая свою жизнь, вы преобразовываете самое себя. То есть я вот преобразовать, вот я сейчас буду преобразовываться. Не всегда получается. Надо преобразовать все условия жизни, сделать их человеческими, и люди, так сказать, будут более человечными. Вы хотите, чтобы не было нищих, уберите нищету. Чтобы убрать нищету, надо, чтобы зарплаты были не такие, и работа была у всех. А не так, что вот, дескать, для вас места нет. И что? А все? Как на международной, говорят, есть страны-изгои. Как бы это еще есть? Ну, вас как бы уже и нет. Вообще, это лучше бы у вас бы не было. Примерно такой смысл это, когда говорят, это страны-изгои. Что значит изгои? Как это там? То есть, скажем, вот такая вот у нас может быть позиция там в преподавании, так сказать, встаньте на мое место, я вот по отношению к вам, как некий культуролог выступаю, да, то есть я вот должен какую-то культуру вам передать. Если вы это не хотите воспринимать, ну, и вот, так не должно же быть, правда? То есть у нас задача какая? Задача в том, чтобы это культуру передать. Почему мы там, если есть возможность, определения, какие вам не давали, надо их дать. Скажем, ну вам не давали на первом курсе, говорит, ну хорошо, если я скажу, а вы можете дать? Ну я могу вам дать, если вам. Давайте еще спрашивайте. Потом, о чем говорит человеческая культура, что если человек не задает вопросы, это обычно человек, который плохо знает. А человек, который задает вопросы, это, как правило, отличник, как показывает, потому что он хочет доразобраться еще. Абсолютно вот это знание это сразу не получишь, то есть можно еще. Поэтому наши вот занятия, они и записаны у нас как практические занятия. То есть вы имеете возможность не один там час какой-нибудь консультации перед экзаменом, а вы имеете возможность, так сказать, на любом занятии спросить, уточнить, выяснить то, что там. Ну теперь вы же отвечаете за те огрехи в своем образовании. Скажите, вот мне не дал такой-то этот, доцент Иванов или профессор Попов. Кто-то там что-то не дал, а вы что не взяли у них? Отнимайте, завоевывайте. Вы же это, вы учитесь. Кто учится, вы или я? Ну, я тоже учусь, конечно, когда вот с вами мы общаемся, безусловно. Скажу, ну, я учусь там преподавать. А вы как? А вы чему учитесь? А вы учитесь тому, чтобы вот это является предметом этого преподавания сейчас. Так вот, если брать характеристику вот материализма, и вот я обращаю ваше внимание, что вот мы на этой вот первом разделе Фейербах останавливаемся так обстоятельно и долго, потому что тут все изложено, вот то, что выражает само существо этого метода. То есть что надо взять в качестве основы вообще всей общественной жизни? Что? Да, ну производство, надо говорить прямо, материальное производство, производство материальных благ. Потому что о производстве можно говорить в широком смысле. Мы производим идеи, мы производим образы. Например, некоторые журналисты для того уже так впали в солипсизм, что они говорят, мы производим новости. Они не сообщают о новостях, которые происходят в мире, а они производят новости. Они думают, что они их производят, то есть выдумывают их. Новости-то не выдумываются. То есть действительная новость – это событие, которое происходит в мире объективно, независимо от этих журналистов. Но они первые прибежали. Иногда, вот, например, они захватывают даже города раньше, чем туда пришли наступающие войска. Говорит, вот так вот один журналист описывал одну из наступательных операций, когда, так сказать, наши войска в 1941 году, Тихвин,
вернули. Дескать, вот и первыми появились, так сказать, автоматчики, разведчики во главе с Моисеенко. Я их увидел. Ну, наверное, сначала появились вот эти разведчики во главе с Моисеенко, а потом пришли журналисты это освещать. Но там как бы наоборот получилось. Что, дескать, мы их чуть ли не ждали, они уже, когда они придут. Значит, материальное производство. Значит, материальное производство, производство материальных благ, под материальным производством вы что имеете в виду? Только сами эти действия или отношения между людьми? И отношения. И отношения между людьми. А эти отношения, они чем диктуются? Чем определяются? Местным средством производства. А? Местным, да. Они определяются тем, какие средства производства используются. А эти средства производства все время меняются, изменяются. То есть люди их совершенствуют. Причем люди совершенствуют не ради совершенствования каких-то там отношений, правильно? Они их совершенствуют как средство производства, чтобы получить больше материальных благ. Исходя из этого, они их преобразуют, совершенствуют. При этом вот тут в них мы и видим сразу вот развитие культуры. Если вы будете смотреть просто, как изменялись средства производства, видите, они вот все больше, 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 больше развиваются, а следовательно, меняются и отношения. Скажем, если появились такие средства производства, которые нельзя давать рабам, потому что они их сломают. К какому преобразованию это происходит? Потому что рабы относятся к средствам производства как к орудиям своего закабаления, правильно? Если я у вас раб, то если я что-то меньше вам сделал, то и хорошо, правильно? Как вы думаете, сильно я вас люблю, если я ваш раб? И не сильно, правда? То есть я бы, конечно, и убежал, а если бы была бы возможность, я, наверное, бы уничтожил этого рабовладельца. И были восстания рабов, иначе бы не было команды «Спартак» сейчас, если не восстание «Спартака». И оно осталось в памяти навечно. Но судьба «Спартака» и тех, кто восстал, в то же время какова? С одной стороны, героика, погибли во имя, так сказать, освобождения от рабской зависимости, но освободиться они не смогли. И непонятно, как они могли освободиться от рабства, чтобы освободиться, надо изменить, оказывается, не просто хотеть восстать. Это чисто отрицательное действие. Что нужно делать? Изменить производительные силы. Вот когда набежали варвары на Рим и разрушили его, то почему не восстановилось-то рабство? Ну, другое, где бы уже эти германцы и были бы рабовладельцы. Нет, не восстановилось, потому что те средства производства, которые к тому времени уже появились в том же Римской империи, они уже требовали другого обращения. А для этого надо, чтобы... Что такое раб? Значит, я могу вас в каждый момент убить. Ну, что же это за организация производства такое? Сделайте, иначе убью. И так это вот выходит, делай так, иначе убью. И посмотрите, как это вот характерно, эта картинка, наверное, в школе вы видели. Сюда такое деревянное жабо одевали, чтобы... Рабы не могли, собирая виноград, положить себе после виноград в рот. Сейчас, если вас допустят куда-нибудь что-нибудь собирать, обязательно, пожалуйста, ешьте сколько хотите, правильно? Еще домой ведро возьмите, только собирайте. Ну, а при рабовладении сейчас, мой виноград хотите съесть? Вот я там решу, сколько вам дать виноградин, когда вы закончите труд. А не закончите, будем бить плетьми, мало плетьми. С такими рабами, которые не работают, разговор короткий. Убить можно раба? Можно. Но если можно меня убить, то почему вы думаете, что я буду так здорово стараться вот вам что-нибудь там сделать? Не думайте даже. Изменились орудия. И вот этими орудиями надо, чтобы сказать, человек мог работать уже с заинтересованным. Вот в чем был заинтересован крепостной крестьянин? Когда я работаю на барщине, если я крепостной крестьянин, в чем я заинтересован? Так ли уж я заинтересован в том, чтобы работать на барщине? Не сильно, правильно? Но какой-то интерес у меня есть, но мне же позволяют пасти коров своих. Барин позволяет. Он мне позволяет вести свое хозяйство. Он мне позволяет иметь свою семью и не спрашивать, чего мне делать. Он мне позволяет. При каком условии мне позволяет? Что я буду там 3 или 4 дня приходить на барщину и выполнять то, что мне скажут. Если я не буду выполнять то, что мне скажут,
Ну, он может меня просто продать, да и все. Если бы я сейчас был, кстати, самый помещик ваш, я бы так спрашивал, кто не отвечает, так это продал там другому преподавателю, и все. А там купил бы того, кто отвечает. Причем можно вместе с вот, как с землей же продавали, крестьян, раз, и вместе с этими столами прям продается. Отличные студентки это вот, со столами и стульями сразу в комплекте. Но! То есть продать можно было, плетьми можно было бить. Почему? Вот Некрасов недавно жил. Вчерашний день, часу в шестом, зашел я на сенную. Там били женщину кнутом, крестьянку молодую. Видите, какие хорошие господа, сами не били. Такая услуга была отвезти туда на сенную, там побьют, потом обратно приведут. А он перчатки даже не снимал, барин, все хорошо. Ну теперь будете работать хорошо? Теперь будете отвечать, что такое солипсизм? Что такое объективный идеализм? Да, вот теперь будем лучше отвечать. Для телесные наказания долго в школах были, так сказать, еще. В школах были, и не по отношению к крепостным даже. В Англии долго были. Даже не знаю, изменили там совсем или нет. А вот убить нельзя, это уже нарушение закона. И, наконец, когда появились такие машины, которые, ну как вы будете давать крепостному крестьянину, это подневольный труд. Они требуют внимания, они требуют, так сказать, вникания в суде. Ну как вы не стараетесь, вот если я знаю, что я здесь просто вот нахожусь как в условии, чтобы я мог там у себя в хозяйстве копошиться, я должен у вас работать на вашем вот поле. Буду я в вашу машину. Ну сломается ваша машина, ну и сломалась, я отдохну. Чем больше она будет сломана, тем больше я буду сидеть отдыхать. А что вы делаете? Я жду, когда починят машину. Хорошо же. Чего плохого? Мне-то что от того? От того, что будет больше выращено и собрано на господском поле, от меня это ничего не прибавится. Поэтому наступила эра свободы. Поэтому так сложились люди, усилия людей. Смотрите, все крестьяне крепостные были за свободу, правда? За свободу были все буржуа, потому что я вот, у меня уже есть там, у меня и фабрика есть, только не было работников. Средства производства есть, а вы заняты черти у каких-то помещиков. Долой это помещичье землевладение, долой крепостничество, правильно? Надо уничтожить его. Поэтому вот эти лозунги свободы получили колоссальное развитие. В чем свобода? Его отрицательное выражение. Вот и отрицательное определение свободы. Что нас ничто не сковывает. Вы свободны от всего. Вот если и добьемся мы, что вы будете свободны от всего, от всего, от всего, от всего, от всего. А у меня, я не свободный, у меня фабрика есть. У меня средства производства, машины, все есть. И, соответственно, материальное благо. Вы походите на свободе немножко. Без всего. Земли у вас нет уже. Все ее скупили. Средств производства у вас нету, питания у вас нету. И вот вы приходите ко мне и говорите: Михаил Васильевич, а нет ли у вас такой работы? Ну вы свободный человек, вы можете прийти, можете не прийти. Я от вас не могу требовать, чтобы у меня работали ни в коем образом. И вот вы приходите, я говорю: вы знаете, а у меня там плохо так, я тут три острова покупаю на Карибах. Вот, у меня очень туго, зарплата будет плохо. Так что вы подумайте, стоит ли к вам ко мне на нее. Вы походите, может, еще найдете, а там другие такие же, как я. Вы походили дня 3-4, проголодались. Да ладно, Михаил Васильевич, давайте, какая у вас зарплата есть, давайте. И договорились. А теперь вы что продали? Я вас не купил, не надо. Вы не крепостная. Что вы продали? Труд. Нет. Еще труда никакого нет, я вас уже купил чего-то. Еще и вот мы договорились, а где труд-то? Труд потом будет. Труд я буду организовывать, там никакой у вас свободы не будет. Да? Вы представляете, труд на капиталистическом предприятии подходит под руководством капиталиста и его наемных работников. А что вы продали-то? Это, кстати, большая проблема. Сначала Маркс не мог ее решить. Хоть сейчас говорят, вот Маркс. А Маркс-то тоже не сразу пришел к своим результатам. Что продает работник? Если труд, тогда, ну если вы труд продали мне за другое количество труда, тогда нет никакого обогащения у меня не будет.
Я вам полностью труд оплатил ваш, то есть другого. Другой дал продукт в таком же объеме. Какой смысл моего всего производства? Никакого смысла нет. Никакого капитализма не может быть, если вы продаете мне труд. Что у меня? А? Свободу. Олег Петрович, 13.10 окончание у меня. Да. Я понял. Ну, а у меня занятие здесь. 13.10, у меня конец, вот, подходите. 32-я. Угу. Так вот. Вот это проблема. Что вы продали? Ну, вы не продали же себя как человека? Нет, потому что это крепостных продавали. А мы людей не покупаем. Нам это не надо. Мы против, мы за свободу. Вы совершенно свободны. Приходите ко мне, будете работать. То есть что вы продали? Ну вот я отвечу вам. Свои услуги или как? Вы продали свою способность к труду. Я купил эту способность и буду ее использовать по условленное количество часов в день, скажем, в России сколько было рабочий день? В царской, а? В царской. Сколько? Не знаете? 8? 11,5. 11,5 часов был в царской России до революции. До революции. 11,5 часов. Вот вы продали свою способность к труду. А как, что там делать? Я вам скажу. Вот как закончится 11,5 часов? Во-первых, вы свободно продали свою способность к труду. И я дальше, так сказать, вам говорю, и это делай, и то делай, и то. И вот в течение этого всего времени, что вы будете на работе, вы выполняете указания хачи. На того, кто купил. Я купил вашу способность к труду. Раз я купил, я и пользуюсь этим купленным. Ничего я другого не купил, кроме способности к труду. При этом я пользуюсь тем, что способность человека, его рабочая сила, чем каким замечательным свойством обладает. Он обладает таким замечательным свойством создавать стоимость. Причем стоимость, она может, стоимость определяется трудом вашим. Вы работаете 11,5 часов. За первые 3 часа вы оплатили, по существу создали продукт, в котором заключается вся ваша цена рабочей силы. Кстати, цена рабочей силы как называется? Вы продали за какую-то цену свою рабочую силу. Зарплата, да, совершенно правильно. Вот это точное экономическое определение зарплаты. Зарплата – это цена рабочей силы. Вот я вам продал, вот вы первые 3 часа отработали, все, я уже ставлю птичку, а дальше пошла, как называется, остальная стоимость, которая создается рабочим в течение рабочего времени. Как она называется? Вот первый труд – это необходимо. Это необходимо, чтобы вашу зарплату покрыть. Я вас купил. Не, простите, вас не за вашу рабочую силу купил и, значит, эту покрыл, эту вот величину за 3 часа вашей работы. А дальше сколько осталось еще? 7,5, да? 8,5 часов. 8,5 вы работаете, и это уже прибавочный труд. Это вы прибавляете. Чего прибавляете? Себе или мне? Мне, конечно, если я хозяин средств производства. Мне. И это и стоимость этой, вот, с которой создано во время прибавочного труда, это прибавочная стоимость. А продукт, который создается, прибавочный продукт. Вот вы создали прибавочный. Есть необходимый продукт. Этот продукт, который по стоимости позволяет покрыть только стоимость вашей рабочей силы. И есть прибавочный продукт. И вся вот нынешняя экономика, все нынешнее производство современного общества, буржуазного, построено на этом самом прибавочном труде рабочих. А что дальше с ним будет? Дальше будет первичное распределение. Сначала ко мне все поступило, потом я пошел этим самым покупать то, что мне нужно там для моей семьи. Потом я купил шикарные автомобили. Потом я купил себе корабль. Посмотрите на Рому Абрамовича, как он этим распоряжается, с прибавочной стоимостью. Скромный мальчик такой. Купил себе яхту. На яхте есть подводная лодка. Если что, мало ли что, под воду уйдет. Корабль есть у вас, товарищ Крошечкина? Нету корабля? Так бы вот кто-нибудь есть хоть? Что за студент пошел? Живем в буржуазном обществе, никто не появляется, кто был бы корабль. Я все мечтаю, вот сейчас бы мы, если бы у вас был корабль, мы бы сейчас заказали бы корабль.
и поехали бы на корабле. А так бы мы спокойно и разговаривали, взяли свои книжечки, вы бы взяли, так же отвечали на свежем воздухе. Ну и пусть наши еще и кормят. Вот, например, есть вот, мне тут подарили книгу «Застолье» известного очень философа древнегреческого. Мы бы тут бы его сочетали, все как хорошо. Вот сидим здесь, как бедняки. Ну что такое? С точки зрения олигархов шантропа. Ладно, вы шантропа, а я-то тоже с точки зрения олигархов тоже шантропа. Какой-то профессор, понимаешь? Что там, 30 тысяч рублей получает? Ерунда. Сравнили, понимаешь? Вот товарищ, например, только что которого арестовали. Губернатор Сахалина. Сколько нашли денежек? 6,5 миллиона. Да ладно. Миллиард. Миллиард рублей. Только вот 30 с лишним миллионов стоил у него такой прибор. А вторучка так, знаете, вот писать. Что вот я вот этим пишу? А у него вот 36 миллионов. Одни говорили 36, другие говорили 80. Ну, не важно. Ну, не меньше, чем 36 миллионов. Только прибор был. Хороший. Причем вот вывалили, в российской газете была фотография, все эти деньги вывалили. Вот весь ковер заложен вот такими пачками, пятитысячных купил. Все вот заложено. Ну, да, да, я человек. Все, а что здесь? Можно ведь поставить вопрос, в чем богатство разных обществ? Богатство первобытного общинного общества в тех продуктах, которые они добыли, сообща их потребляли. Правильно? Вот сколько все добыли, то и добыли. Сообща. Первобытный коммунизм. В чем богатство рабовладельческого общества? Вот, если у меня вот столько рабов или рабынь, вот я богатый человек. Нет, еще мало, это мало для богатого человека. Ну, тут 200, 300, 500 рабов, да? Вот это я богатый. А если у меня мало рабов, то уже никто меня не уважает. А если я просто свободный человек, гражданин Рима, ну, в общем, бедняк. Ни рабовладелец, ни раб, никто. Толку никакого нет. А если это вот феодализм? Что такое богатство? В чем богатство? В количестве крепостных, правильно? Потому что они же создают материальное благо. Если у меня 300 крепостных, я основательный такой помещик. У меня и дом хороший. И зимой мне есть что есть. И у меня дочери на балы ходят. В замечательных платьях с бриллиантами. Ну. А если у меня два только крепостных, то все, со мной никто и считаться не будет. Зачем мертвые души-то придумали? Хоть выдумать хотя бы крепостных. Выдумать, приписать хотя бы. Дескать, у меня вот сколько крепостных. А на самом деле у меня меньше. А богатство буржуазного общества в чем состоит? Это стоимость. Деньги. Капитал. Капитал это что такое? Товарищ Пантелеева. Что такое капитал? Вы что, как капиталист, вот знаете, как бы, но капиталист от слова капитал. А капитал что такое? Можно я вам скажу? Это самовозрастающая стоимость. То есть деньги, я на них покупаю рабочую силу, а они работают, эти рабочие. Я получаю прибавочную стоимость, у меня капитал уже больше. Я теперь беру, больше закупаю средств производства, еще больше рабочих нанимаю. Еще больше капитал. А я есть кто-то такой капиталист. Это воплощенный капитал. Вот есть денег, самая возрастающая стоимость, их не может быть много, их всегда мало. Согласитесь со мной. Даже вот вы сейчас согласитесь, не особенно там что-то изучая, правда? Денег всегда мало. Не бывает. Потому что нет такой границы, что сказать, ну все, хватит. Это вот если вот два обеда съесть уже много, три обеда уже совсем чрезмерно. А денег их всегда мало. Поэтому капитал – это самовозрастающая стоимость. И поэтому, если у нас вот разрушаются какие-то предприятия сейчас, это говорит о том, что там не капиталисты. Это люди, это безрукие, которые не могут, как настоящие капиталисты, развивать производство. У них самоубывающая стоимость. Ну что-то это ерунда какая-то. То есть это как бы были помещики были несерьезные, разорялись. Как рабовладельцы были, которые кутили и все пропивали. Так и некоторые капиталисты в наше время. Им дали заводы такие мощные, они их разбазарили. И они оказались в долгах, как в шелку. Так, ну вот, это уже
так сказать, мы себе представляем форму. Ну и понятно, что для того, чтобы вот такую форму организации производства иметь, что для этого нужно иметь уже такие средства производства, которые стоит вас только подключить к ним, чтобы вы их приводили в движение. И получится, и я получу очень большое количество товаров, которые продам, и зарплату вам все выдам вовремя. Ну, я вам не обещал же большую. Ну и потом, кто покупатель рабочей силы, вы или я? Я покупатель. Вы видели таких покупателей, которые повышали бы цену на то, что покупают? Вот если я у вас что-то покупаю, ну, я вот должен стремиться, наверное, подешевле купить, правда? Поэтому, если вы хотите, чтобы у вас зарплата росла, а зарплата – это цена ваша рабочая, это ваш вопрос. Соединяйтесь в профсоюзы, боритесь. Это ваше дело. А таких сумасшедших продавцов, которые бы начали повышать цену на то, что покупают, просто нет. И я хоть здесь и в этом учреждении, но обратите внимание на желтый цвет. Я не сумасшедший, чтобы, так сказать, повышать цену на то, что я покупаю. Поэтому на вопрос о том, а когда нам повысят зарплату, какой ответ? Никогда. Да, в буржуазном обществе. Вот вы можете себе, вы же продавец. Вы продавец, вы продавали рабочие. Ну, вы продавец, вы только повышаете. Вот когда вы все, ну, если вы одна только повысите, я вас отправлю безработные, они будут работать, а вы будете гулять там и плакать, что вам теперь негде работать. Я для вас какой-нибудь центр занятости придумаю, там вам немножко будут платить первый год, а второй вообще перестанут платить, вас забудет, общество вас забудет вообще. Раз вы со мной тут стали, вы свободный человек, как хотите, так и делаете, но я вас предупреждаю. А вот если вы все вместе соединитесь, это как называется? И будете добиваться повышения цены своей рабочей силы. Это что будет за объединение? Профессиональный союз. Все люди одной профессии соединяются. Я бы, конечно, вот сейчас бы вместо вас бы другого, а вы все договорились. Я говорю, так, ну не вы, давайте другой. А никого нету, никто не идет ко мне работать. Никто, если профсоюз хороший. У нас никто не идет, но мне приходится, тут я, значит, как пошли уже, проедать-то я также проедаю, все, и долги у меня есть, и закупки у меня большие. А ничего не прибавляется? Ну, что, и приходится мне идти на уступки. Ну ладно, повышу я. Ничего, я вам повышу, а потом цену повысим. И с помощью цен все время вашу эту цену рабочей силы фактически ее все время понижает. Причем мы договорились это сообща, посоветовал это сделать. Английский лорд Мейнард Кейнс. Говорит, ну что вы там деретесь на, со своими рабочими на отдельном предприятии? Давайте сделаем инфляцию. Цены будут. Цена вашей рабочей силы все ниже, ниже. Фактически. Потому что если денежная единица будет теперь иметь меньшую покупательную способность, на самом деле я-то повышу заработную плату в одной степени, а цену еще в большей степени. Реальная зарплата у вас упадет. Что такое инфляция? Вот некоторые думают, что это просто повышение цен на все товары. Так? Нет. Инфляция – это повышение цен на все товары, кроме товара рабочая сила. Вот. На все повышаются цены. То есть ничего от этого, никакой капиталист не страдает, потому что все цены на сырой материал, на средства просто повысились, и он свою продукцию тоже повысил в цене. А вот рабочая сила осталась при своих интересах. То есть цена рабочей силы не повысилась. Это давайте боритесь снова опять. То вы уже обрадовались, вы победили, выиграли, добились. Ну, вы добились, а мы вас снова. Вот нам обещают 10% инфляции. Что означает? Поэтому никто вот, рабочих-то не призывает, никто на 10% понизит свою зарплату. Ну, и так государство понимает, что понизится у всех. Вот там Владимир Владимирович себе понижает зарплату, Следственному комитету на 10%. Вы видели, чтобы рабочим кто-нибудь разглашил, что давайте рабочим? Да и так все понимают, что если инфляция будет больше 10%, значит, там само собой срежется 10%. Это у них не срежется, а у рабочих срежется. И вот наша задача с вами не просто вот знать это разнообразие, как это все появляется и в разных формах, а видеть вот эту зависимость. Вот зависимость изменения формы производства
от средств производства. И отношений, соответственно, изменения. Вот эти отношения производственные, взятые в единстве производительными силами, называются базисом. Или вот способ производства, то есть производительные силы вместе с производственными отношениями, они представляют собой тот материальный образ жизни. И от этого материального образа жизни зависит и вся остальная, этим определяется вся остальная жизнь уже духовная. В том числе и сколько будет у нас ученых, сколько будет у нас образования. Вот говорят, у нас сокращается образование. Ну, только если такое производство, если производство у нас не развивается, как может быть бурное развитие образования? Подумайте сами. Говорят, вот медиков сокращают. Взяли в 1500, убрали опытных врачей в Москве. Еще и деньги заплатили им, чтобы они только ушли. Представляете, вот сколько готовить нужно врача квалифицированного, который ну, сразу вам определяет. А новенький придет, долго он этот опыт будет накапливать. Это что медицина не очень теоретическая наука, она практическая во многом. 1500 не надо было врачам. В Москве не надо 1500. Идите отсюда. А у нас что произошло в образовании? У нас специалитет был. Сколько лет учились? Пять. И становились, и становятся специалистами. Зачем вот, чтобы вы были специалистами? Если вы будете сидеть там и полгода, будете только на дипломной работе работать, под руководством какого-то профессора, да, научного руководителя. Давайте мы вот 4 года, и мы вам бумагу напишем, что вы с лаврами. И с лаврами выходите. Как это будет называться? Бакалавр. Одновременно с этим появляется 1/5 лишних преподавателей. Я правильно рассуждаю? Ну, если учили, то есть на 5 лет надо было учить, теперь 4. И преподаватели лишние, и врачи лишние, и теперь преподаватели лишние. Вообще много лишних людей у нас стало. Много умных людей – это беда. Начнут еще что-нибудь там выдумывать, спорить. Вот вы со мной все время спорите. Ничего бы не знали бы и не спорили. То есть вот, возвращаясь, и сейчас мы будем завершать, возвращаясь вот к тому произведению, которое мы изучаем, мы это произведение изучаем не для того, чтобы, так сказать, прочитать и отметиться, а мы вот изучаем для того, чтобы при анализе этого произведения, это можно сделать только с хорошим таким произведением, которое охватывает такой широкий круг вопросов, который берет принципиальные такие моменты, которые мы там по отдельности брали, а не брали в целом, тогда можно здесь вырасти, получить какое-то цельное представление о развитии общества. Цельное представление о развитии общества, что, конечно, это есть вклад в культуру, безусловно. А как вы, ведь мы говорим, что культура – это опыт. Опыт – значит извлечение уроков. А чтобы извлекать уроки, надо понимать, что это такое. Иначе и уроки не извлечешь. Просто если складывать, вот, некоторые говорят, что такое музей? Музей – это, говорит, вот если собрание этих материальных ценностей. Так это склад. Какой это музей? Или у меня дома есть вот чемодан, в котором лежат всякое барахло, знаете, там может пригодиться. Я там все, что у меня там, шурупчики, там винтики какие-то, железки сюда скидаю, скидываю. Это что, это музей? Нет. Вот что такое музей? Нет, не вас не буду спрашивать. А то вы в следующий раз сюда не сядете, сказать, вот я села поближе, так сразу и спрашивают все время. Это несправедливо. Товарищ Бабичева, это кто? Ушла. Да, у меня там что-то по врачам. Так, Васильева. Ирина, это вы. Ну, скажите нам, что такое музей? Я бы сказала, что это собрание артефактов, имеющих культурную ценность. Угу. И так оно в этом. Ну, это склад культурный. Сидит там собрание артефактов, имеющих культурную ценность. Они закрыты на замок. Из вашего определения это следует. Но раз они имеют культурную ценность, надо, чтобы не своровали же. Закрыть их поплотнее, и чтобы никакого допуска никого. Можно я определю музей? Я с музеологами тоже имею дело. Музей. Они тоже, кстати, не знают. Это обычное дело. Музей. Это такое учреждение. Это учреждение, это не собрание. Это учреждение общественное. Учреждение, раз, которое, а, собирает культурные ценности, б, исследует их, и в, пропагандирует. Так? Вот. Вот это музей. Собирают, исследуют, пропагандируют.
Тогда это музей. А если оно просто собирает, ну что же, есть запасники. Вот запасники есть в Эрмитаже. Если вот этот запасник, если он не входит в оборот, так сказать, этого музея Эрмитажа, он уже, это уже не музей будет. А когда расширяют там пространство, экспозиции, вот там здание главного штаба, архи главного штаба, туда. Или вот теперь выгнали отсюда музей военно-морской на Крюков канал. Там, чтобы его никто не видел, тут он был якобы. Мешал он на площади биржевой, чтобы биржа тут была. А биржевикам это не надо. Вот там все, видите, разрушается уже это здание. Вот сюда какой-нибудь музей геральдики в рамках Эрмитажа поставить. Вот, просьба это иметь в виду, значит, мы с вами продолжаем изучать, значит, имеется в виду, что вы продолжаете читать, чтобы у нас не было такого момента, что мы к какому-то ключевому пункту вдруг не знаем, вдруг не прочитали. Вот это, значит, надо тезис о Фейербахе прочитать, и в прошлый раз мы говорили о том, что вы должны были дочитать до 102 страницы, да? Нет, до 102. Вот до 102 страницы вы должны уже дочитать к следующему разу. До святого Макса. И пусть оно пока у нас прочитано и пока ждет обсуждения, рассмотрения. Спасибо вам за внимание. Успехов вам.